вот это не сделали. И она начала... Ниже водолиния. Я там вытаскивал шинели, там из канализации. Да, что-то. Покажи, не влезай, убьет. А вот это что? Это тоже, да? Теперь, девочки, на субботник выходите. Я так понял, что... Озеленение не так. Торги объявлены. Через 10 дней будет раскрытие конвертов. Будет определен подрядчик, и будем приступать к работе. Ну, я думаю, где-то сейчас у нас февраль, к середине марта, наверное, должен уже выйти. Ну, будем надеяться. Это уже будет третий подрядчик? Второй. Вот. А так все красиво. Спасибо. Озеленения не хватает. Вот единственное, что не хватает, это озеленение. И вот это вот все надо поровнять и посеять травочку. Вот. Не только вот здесь вот эти кучугуры. И свет сделать. А так все прекрасно. Я хочу сказать, что поработали хорошо, сделали нормально, но надо еще землю выровнять, посеять траву, убрать улицу, а так все, мы довольны, хорошо. Инициатива жильцов была, были претензии, много претензий было по поводу недоделок, которые здесь оставили подрядчики. То есть вода стекала под подъезды. Сейчас все это в течение недели устраняется. В подвалах вонь ушла. Мы убрали канализацию. То есть вот эти вот нечистоты, которые текли в подвал, убрали. Заменили участками трубы, отремонтировали. Ну, хотелось бы, чтобы наши, будем так говорить, власти больше внимания уделяли. Так людям действительно приезд властей. Всегда это хорошо. И общение с людьми. И люди довольны, и что-то делается. Ну, как вы знаете, мы были здесь в прошлую пятницу. Здесь были представители департамента городского хозяйства, управляющей компании, застройщик, жильцы, высказали ряд претензий. И мы договорились о том, что за неделю претензии, которые высказали жители, будут устранены. Фактически сегодня осмотр показал, что претензии устранены, управляющая компания отработала отлично, почищены подвалы, завезена земля для озеленения. Ну, в общем, асфальтируют территории. Единственное, осталась сейчас проблема решить. Все это красиво, хорошо, но пока не передано кому на баланс. Вот эти детские площадки. Будем решать и эти вопросы. Но в целом, я как депутат удовлетворен работой, которая проделана за неделю. И поговорив с жителями, убедился, что они тоже в общем удовлетворены. Сегодня мы здесь посмотрели результат. Приехали вот неделю назад, мы здесь были, сегодня мы увидели, результат есть. Хочется поблагодарить ГУПС, наш Балаклавский, Наталья Ткачева. На самом деле отработали, сделали, в принципе, все жалобы, какие были, практически устранены. Подрядчику есть, еще вопросы есть. Но это вот взаимодействие и депутатов, и ГУПСа, и правительства города. Вот результат налицо. Дальше что будет? Дальше мы сейчас берем на контроль построение, будет строиться площадка для взрослых спортивная. Мы сейчас будем за этим процессом наблюдать, скажем так, и постараемся его ускорить и проконтролировать, чтобы все было качественно сделано. И, в принципе, работа продолжается.